твари! Горите в аду! Я вам устрою! Ёлки зеленые, хороша Норвегия. Американцы? Да. Доброго всем денечка. О, привалило же наследство. Скорее, навалило. Чуть стрёмное в сарае. А поконкретнее? Ваше экспертное мнение? Да детвора сатанила. Амбарный гном. Они настоящие? Да. Во-первых, они не терпят чужаков. Так-то лучше. Во-вторых, их бесят новогодние гирлянды, как и сам Новый год. Шикарно! В-третьих, они не выносят всякий шум. А? Пошумим в этой дыре? Нет! Ну, мы и встряли. Это Норвегия, детка. Здесь вообще не случается никакой дичи. Дичь-то какая! Что у вас тут такое? У нас атака гномов. Где ваш ствол? В шортах забыла. Что? Это вам не Дикий Запад. Да как вы умудрились такое устроить? Включили гирлянду. Эй, нет, нет! Гномы. Новогодний беспредел. И что вы собираетесь с этим делать? Сожру пончик, оцеплю периметр, поищу улики, вызову спецназ и... Попался! Ты тот коротышка, что повсюду преследовал меня. Какое хамство! Коротышка? К твоему сведению, я очень даже солидного размера. Для Умпа-Лумпы. А для кого-кого? Больше тебе скажу. В Лумпа-Лэнде я считаюсь огромным. Меня прозвали Здоровяк. Прости. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Вилли Вонка. Видите ли, я своего рода волшебник. Готовы увидеть магию? Это чайник. Изобретатель. Представляю вам великолепную всестирающую вещемойку Вилли Вонки. Повторить не смогу. Шоколадье. Это лучший шоколад в мире. Он хорош. Слишком хорош. Его шоколад могут позволить себе даже бедняки. Он не любит слово бедняки. Пригрозите, Вонки. Не смей продавать здесь шоколад! Не то будет не только шишка на лоб. На моем лбу нет шишки. Что это со мной сегодня? Ты должен дать им отпор. Прописать им по двоечке. У меня есть идея. С чего начнем? С шоколада, конечно. Бегите! Все хорошее, что есть в этом мире, началось с мечты. Крепко держись своей. Пришло время изменить мир. Лумпа, лумпа, пара-па-пар. Я в экономе, это кошмар. Все, я спать, спокойной ночи. Что такое? Ничего. Очевидно, что-то, ведь ты сказал «ха». Забудь. Как скажешь. Ха. Ах, вот снова. Говори, что, или я проткну тебя палочкой для канапе. 8 часов. Много очень важных гостей сядут за этот стол. Он стесняется делать свои дела на снегу. Это у него с детства. Давай, сри. До вечера ждать не будем. Шампанское должно фонтанами литься из их носов и ушей.
Компьютеры во всем мире накроются. Мы станем богатейшими людьми на Земле. Какой милаш! В полночь они потеряют все. То, что я скажу, совершенно секретно. Дурная весть? О, да. Дорогие россияне, обращаюсь к вам как президент России. Это можно будет сделать во время салюта. Прекрасно. Дворец. Основной. Переулок конфетной трости. Хоу-хоу-хоу. Мне нужны твои кронштейны, чтобы оседлать северного оленя. То, почему ты себя так ведешь? Большое спасибо, детка. Папа! В это Рождество. Папа, посмотри. Ух ты! Счастливого Рождества, мать твою! Какое же Рождество без маленького Улиса? Нудь осторожен. Каким было твое рождественское желание? Чего ты хочешь? Я просто хочу, чтобы это Рождество было самым лучшим в моей жизни. О, не обращай внимания на маленький шрифт. Честно говоря, это похоже на то, что ты расписываешься в своей жизни. Эдди Мерфи. Это безумие. Подожди, каково было твое желание? Не то, чтобы я не знаю, мир во всем мире, покончить с голодом, остановить изменение климата, почти белых медведей, новый альбом Дрейка, обожаю Дрейка. Суть понятна. Кэнди Кейн Вейн. О, мать твою, посмотри на себя. Какая ты красотка, ты выглядишь как большой стакан воды. Я очарователен. Первого декабря. Я вам дарю Рождество! Люблю! Здесь прекрасно. Фу, ты что съел? Мистер Уотерс? Прошел уже год. Винни, зачем это вспоминать? Ты серьезно? Всем плевать. Ребят, вы видели? Там сейчас что-то замкнуло. Какого? Он настоящий псих. Убийца нанес новый удар. С Рождеством. Крик. Ночь перед Рождеством. В кино с 21 декабря. Куда мы едем? Красиво, правда? Чудесное место для Рождества, да? И, пожалуйста, запомни одну вещь. Ты никуда не ходишь одна. В горах может всякое случиться. А занятия мне зачем? Подружишься с кем-нибудь. Меня родители достали. Всех родители достали. Они все запрещают. Вечно надо слушаться. Иногда хочется, чтобы их не было. Это твое желание? Источник Синестры знаменит своими волшебными силами. Представьте себе одно желание... И все родители исчезли. А где папа с мамой? Народ! Куда все делись? Твое желание сбылось! Проверим все номера. Все взрослые исчезли? И отель Синестра? Ведьма! Ничего не работает. Упс. Насколько хватит? От 2 до 3 дней. Родителей надо вернуть, Йонас. И при чем тут я? Это все твое желание, Ава. Серьезно, где вы? Этой ночью мы найдем родителей. Я с вами. Этой зимой. Надо снять проклятие с источника. Ого! Волшебный семейный фильм... Это я...
Я так счастлив, что вся наша большая семья собралась на Рождество. С Рождеством! Здравствуйте! Красивое. Сколько оно стоит? 950 фунтов. Господи, что это за развалина? Это особняк с историей. Не новье с Беверли-Хиллз. Дядя Джон! Лайла, моя дорогая. Дэн, здесь Мириэм. Кто? Ау! Кто все эти люди? Ты не обязан их любить только потому, что они твои родственники. Ненавижу Рождество. Ау! Твой выход. Ничего личного. О, господи, что ты несешь? За что нам все это? Правда, за что? Горим, быстрее! Что ты делаешь? Так ты только раздуваешь огонь. Вы все спятили? Праздник нам приходит. Для меня этот отель все. Он моя жизнь. За такие деньги я не согласен. Почему мы едем к дедушке? Обычно ездим к нему на Рождество. И что? Для разнообразия можно и летом. Дедуля! Что ты здесь делаешь? Это сюрприз. Так вы приехали без предупреждения, чтобы сообщить о вашем разводе? Кьяра! Ник! Если скажем мы, будет хуже. Привет, Кьяра! Привет, Вальтер! Что ты здесь делаешь? Сейчас же лето. Если скажешь ты, то сможешь все объяснить, чтобы она не так страдала. Если хотите мое мнение. Я не хочу твоего мнения. Это будет ударом для Кьяры. Значит, эти двое дурачков разводятся? Да. Если позволите сказать... Нет, не позволю тебе сказать! Простите. Ты не такой, как обычно. Какой ты задумчивый. Знаешь, в чем может быть причина? В строгой диете, на которой я сижу. Тяжелые упражнения, качание пресса. Падающая звезда! Давай, загадывай желание. Я хочу Рождество. I'm so happy that Santa's on his way. Been waiting all year long for Christmas Day. Я сам все сделал. От ты пальцем не пошевелил. А снег? Мы больше не говорим. Мы больше не занимаемся. Да я уже догадался. Мне нужна твоя помощь. Слышал, как меня зовут в епархии? И как тебя зовут в епархии? Дон Союз. Вижу, какой у тебя союз с бутылкой. Я уверен, мы с вами договоримся. Они все уничтожат. Отель, лес, всю долину. Мы должны остановить их. Все за одного. Мэнгзу, номер 103. Тогда растрясем эту долину! Откройся, со всей искренностью. Эй, Зу! Мы устроим Рождество в августе. Счастливого Рождества! Можно я скажу? Нет, нельзя. Но когда-нибудь я скажу? Нет. Где ты учился танцевать? Я лишь повторял за тобой. Повторял за мной? Да. О, я часто сбивался с темпа. Да, чечетка сложная. В ней столько экспрессии. Что все это значит? Встречай духа Рождества настоящего. Это рождественская песня? Думаешь, я заинтригован тем, что за этой дверью? И ни капельки не любопытно. Достал! Первый спасенный был больной мальчик. Как же его звали? Крошка Тим. Нет, не так. Он ходил с костылем. Нет. Малыш Ларри. Нет, Крошка Тим. Микро Майкл, Супер Кроха Стив. За. Мал. Черт.
Dear friends, family, and fellow Earth dwellers, life just seems to fly by when you're having a splendiferous time. Oh, is that... Jennings' holiday newsletter. It's the most absurd thing ever. I would love to show up at her house uninvited and to see the actual truth. Charlotte Sanders? Jackie Jennings? What are you doing here? Are you sure you put the right address in your phone? Of course I'm sure. Surprise! Grab your bags. There is plenty of room here at the inn. It's gonna be the best Christmas ever. Jackie made pancake shapes. Just like I make. No, these look like real things. Something is off here. Checkmate. Nobody's life is that wonderful. Freshly squeezed. Chest I ever had. I mean, it's the best I ever had. By nobody's life, you mean ours? Come on, let's get us a treat. Nice sperm needles. Oh, yeah, that's a nice one, baby. It's good to see you again. I've been taking a look around. You actually think that proving that Jackie's life isn't perfect is gonna make you feel better about yours? Being here reminds me of everything I wanted to do with my life and didn't. I heard a crash. You must have left the window open. I knew you were sneaking around. What is your problem, girl? It's you, Jackie. Your life is just too wonderful for her. Things don't just magically work out for me, Charlotte. Come on, Jackie, you have it all. Some girls have it, and some girls don't. I can't imagine spending the holidays together after what happened. We are friends. We were friends. No, we are friends. I want you to stay. So, it's salvageable? Everything is salvageable. Things won't happen unless you believe they can. I have faith. Everything is gonna work out. Santa Claus is coming to town! It's gonna be a long Christmas. Yep. This is the time we all come together. Oh, that'll buff right out. Yeah. Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a 2-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the holdovers. Mr. Hunnam. Hello, Mary. I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that? You know, he used to be a student, right? Yeah, that's why he knows how to inflict maximum pain on us. I thought all the Nazis were hiding in Argentina. Stifle it, Tully. You just earned yourself a detention, sir. Being here with you is already one big detention. Son of a bitch, that's another detention. Do you think I want to be babysitting you? No, I was praying your mother would pick up the phone or your father would arrive in a helicopter or a flying saucer. My father's dead. You don't tell a boy that's been left behind at Christmas that nobody wants him? What's wrong with you? There's nobody here, okay? So you stay out of my way, and I'll stay out of yours. Let me sleep. Now, most of the kids dislike you, pretty much hate you. Teachers, too. You know that, right? I find the world a bitter and complicated place, and it seems to feel the same way about me. I think you and I have this in common. I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary. You're welcome. History is not simply the study of the past, it is an explanation of the present. See, when you say it that way, and throw in some pornography, it's a lot easier to understand. No matter what you are. I'd like to propose a toast to my two unlikely companions. Are you trying to lick down my shirt? No. Yes. You're gonna get me fired. This is your Rubicon. Do not cross the Rubicon. Making friends takes time. But he's always on his own. I wonder who this one is for. Hello, Rabbit. Would you like to play with me? Based on the beloved tale. Wise horse, what does real mean? Being real isn't about how you're put together. When a child loves you with all of their heart.
Then you become real. This holiday season, the magic of friendship comes to life. I'd like to become real one day. If the boy loves you, then he will. When children love you, they do it with all of their hearts. Leave me behind! Never! If there is a more beautiful feeling, I do not know it. The Velveteen Rabbit.